Game over. Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр, я продолжаю ГМСки в тылу врага 2. Что ж, ребят, погнали в Люблин. Маленько пошумим. Давайте водную послушаем. Что тут такое нам расскажут? Днем мы в составе 2-й танковой армии вошли в Люблин. Город встретил нас удушливым, разъедающим глаза дымом пожарищ. К вечеру жара спала и стало немного полегче. Но общее напряжение осталось. Снайперская пуля из-под крыши дома или пулеметная очередь из подвала расслабиться не дают. Но наперекор всему, мы продвигаемся к центральным городским кварталам. Нелегко нам сейчас, но фрицу тяжелее. Мало того, что наши танки ворвались в город, так еще и поляки восстание подняли. Наша группа послана вперед, чтобы установить связь с командиром повстанцев. Картинка кончилась раньше, чем он успел договорить. Прикол. Мы приближаемся к центру города. Нам поставлена задача определить местонахождение предводителя восстания генерала Гробовски и установить с ним связь. В уличных боях будьте предельно внимательны. Впрочем, что я вам говорю? Сталинград... Вперед, бегом! Так. Тихо, мужики. Автосейв, но надо это быть осторожным. Он на матч там двигается на нас. Это снайперский диск. Так, снимите красавчика. Есть эффект. Так, как бы мне ребята двинуть. Так что аккуратно. Вот танки. Держимся, 34-ки! Это замес. Вау! Так завтыкаешь на 5 секунд. Все, есть, все. Парни, туда, бегом, 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 давай. Друг за другом. Обалдеть, пару касок сбил он. Ё-моё. Ой, ребята, я чуть потише, наверное, сделаю. Глохну, вообще не слышу, что происходит. Брать, она меня бесит, о, все идеально. Так, эффекты, наверное, вот так ставим. Эта музыка меня вообще реально глушит. О, другое дело. Не-не-не, и то эффекты слишком громко. Прям капец. Прям по ушам тысяч идет. Так, все. О, другое дело. Держись, мужики. Шмаляй, что есть сил. Все сюда, быстро, в укрытие. Парни полегли. Ё-моё, нифига себе там упал. Так, раненый есть. Гаси. Похоже, начинается самое пекло. Это точно. Противотанковый, давай. Чехли! Есть эффект. Ебану мать. За мной! Экс. Отлично. Жить будем. Так, броня. Давай, защищай нас. Парни, ложись. Блин, одного гасануло. Не высовываться. Развалины кишат снайперами. Черт. Один подох.
Луненько. Земля вам пухом подраться. А, нет, просто оглох. Ладно. Первым делом валим снайперов. Снайпер, это хорошо. Гаси, гаси хрень эту. Ложись. Япона, мать, что творится? Обалдеть. Снайперов упокоили. Может, про нас в газетах написано? Ага, некрологи. Лечись. Давай, народ, потихоньку лечись. Не ссы. Прячься. Так, а нам надо подлечиться по любасике. Кстати, где наш танк-то? Чё он? Понятно, его уже подбили. Все как всегда. Все очень весело. Угу. Ну-ка, шмальните парнишку. Стреляйте по окнам! Не давайте им высунуться! Чип. Черт, ну... Блин! Не хочу ругаться матом, но как так-то, ёперный театр? Я же хотел дать задание просто-напросто парнише стрельнуть с ребенца. Так, танчик сейчас рванет, поэтому не будем подходить. Это опасно. Чинись. А, вот ты его положил, ё-моё. Эй, думай, что за херня. Кто с жопный штанг? Не-не-не-не-не, я должен спасти танк, блин, танк это тема, нифига себе. Если я сейчас без танка останусь, это вот вообще ужас. Хорошо, что я заметил вовремя. Так, парни, в бой. Подкараулить, сейчас эти фрицы прибегут. Я знаю, что здесь нельзя пройти, но... Прикроем наших ребят. Хреначьте их. Придется вручную фигачить. Все-таки они... А, по скрипту разрушили, понятно. Я и думаю, что что-то как-то странно. Погнали. Все, это по скрипту так оно и должно быть. Окей. Не высовываться. Развалины кишат снайперами. Так. F3 у нас снайпер. Есть эффект. Снайперов упокоили. Может, про нас в газетах напишут? Как я уже сказал, только некрологи. Так. Не-не-не-не-не-не-не. Чуть не ошибся. Причем очень жестоко. Так, парни. Давай. Работай. Есть эффект. Теперь с этим. Так, еще один до снайпера у нас. Там. Отлично, сожгли. Ништяк. Все, парни, выдвигаемся. Че, мы одни остались, что ли? Гаси. А, еще один остался. Готов. Упал. Так, все пока хорошо. Блин, вообще, конечно, драйв. Впереди бой! Наших здесь еще быть не должно. Значит, там бьется армия Людова. Нам нужно пробиться к повстанцам и войти в контакт с генералом Гробовским. Не дрейф, мужики! Понятненько. Мы нашли полевой штаб повстанцев. Нам нужно прорваться туда. Генерал Гробовский должен быть там. Пока там Месси выйдет, а мужики водку разливают. Враги у нас вот по эту сторону.
Держи гранатку. Отходим к баррикадам. Парни, бежим, бежим. Ложись. Что творите? Что там, танк что ли? Япона мать. Ай. Блин, парни, не дохните. Держитесь. Держитесь. Фрицы пустили самоходки. Повстанцам придется туго. Естественно. Сожгли засранцев. Отлично. Так, 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 давай. Давай прячемся за что-нибудь. Быстрей. Быстрей, парни. Не дрейфь. Все будет огонь. Укрыться. Кому надо быстро подвязаться. Надо поскорее встретиться с генералом. Надолго нас не хватит. Еще как. Гранатка прилетела, ёшки-матрёшки. Все будет огонь, и ссы. Такс. Где там генерал? Давай быстрей. Пока маленько фрицы замешкались. Бегут. Стреляйте по окнам! Не давайте им высунуться! Мы посланы сюда советским командованием. Где генерал Град? Вы опоздали. Его отряд атаковал немцев с тыла и захватил один из домов. На здание попал фугасный снаряд. Генерал погиб? Мы не знаем. Его тело находится под обломками. Мы собираемся отбить здание и найти своего генерала. Мы поможем вам! Мужики, всем приготовиться к атаке! О, у нас пополнение в отряде. Отлично. Сейф. Так. Чувствую, будет весело. Пробиться-то поинтересней. Ложись, матерь божья. Ты что творишь? Чем ковыряешься? Просто жесть. Так, даем приказ на атаку. Может, догадаются, нет? Фигачим, вы чё? Просто надо фигачить во всё, что шевелится. Королевский тигр, все назад! Ух ты, блин, парни. Прячемся, прячемся. Так, одного... А, просто приглушило, окей. Вперед, вперед, давай, 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 гранаты. По максимуму. По-моему, сожгли, нет? Почти. Есть эффект. Так, братишки. Все сюда. Сэм, все будет огонь. Чего вы там с ним ёрзаете? Веселей, братушки! Наши танки идут нам на помощь! Вперед! Мы должны выжечь это осиное гнездо! Ложись! Япона мать! Так, мужики, прячемся. Что у нас там? Один танк всего. А второй вот подъехал. Круто. Так, окей, окей. В обход, в обход. Так, парни, давай, в обход. Уже есть, да, эффект? Да, туда гранатку им. Парням, чтобы было не скучно.
Так, входим, берем штурмом. Гранатку им. Кто-то так скоро сдохнет, если будет тупить. Лечимся. Однако. Ух. Это было тяжело. Как вы, генерал? Мы уже не надеялись увидеть вас живым. Могло быть и хуже. Сколько моих людей осталось в... Ваши бойцы настоящие герои, генерал. Потери будем считать потом. Мы очистили эту часть города от немцев. Но нам еще предстоит... Рад это слышать. Почту за честь сражаться с вами плечом к плечу за полное освобождение. Ваша помощь будет очень кстати. А теперь нам следует скоординировать наши действия. Слушаю, командир! Так. Координация действий, это, конечно, хорошо, но нужно по плану боеприпасов. Слава богу, разделались мы с Люблином без особой возни. В нашей роте потери очень скромные, можно сказать, ниже уставных. Как нами обещали до войны, на чужой земле малой кровью. Эх, всегда бы так. Однако. Что ж, отлично. В принципе, неплохо. У нас одна миссия так пролетела быстро, что я даже офигел. Так, задание вернуть документы, но мы это выполним уже в следующей серии. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, кому понравилось. Не забывайте подписаться на канал. Всем пока-пока.